Лето в самом разгаре. Кто-то уже съездил в отпуск, ну а кому-то он только предстоит. А тем, кто остался без отдыха и не может поехать за границу, стоит присмотреться к ближайшему Подмосковью. Всего в часе езды от Москвы находится парк-отель «Орловский» – современный комфортный комплекс, где есть все необходимое для отличного отдыха. Кстати, парком он назван не случайно. Огромная зеленая территория в 20 гектаров – одно из главных его преимуществ. У нас имеются две зоны отдыха. Они все оборудованы. Лежаки, душевые, индувные аквапарки у нас, русская баня на дровах, у нас зоопарк для детишек, контактный есть зоопарк, уже всех животных можно покормить. Орловский располагает 8 стандартными коттеджами. 8 коттеджами категории люкс, гостевым домом на 8 номеров. Кроме того, в этом году на территории парка-отеля открылся новый главный корпус. В нем 74 номера в общей сложности. Там также у нас и ресторанные зоны, банкетные залы и тому подобное. Номера в главном корпусе оборудованы всем необходимым. Большая ванная комната, кровати, телевидение, кондиционеры, сейфы, мини-бары, балконы с живописными видами, Wi-Fi. Отдельно стоит отметить номера категории Superior. В них помимо ванной комнаты есть целая комната джакузи. Для проведения мероприятий в Орловском есть два зала. Роскошный екатерининский и атмосферный старая Москва. Стены последнего декорированы лепниной, форма которой изображает различные архитектурные памятники столицы того века. Отдельно стоит упомянуть зоны отдыха у воды на территории парка-отеля. Жарким летом здесь можно весело провести время с семьей и друзьями. В VIP-зоне у нас бар «Золотой фазан», где можно посидеть, выпить какой-нибудь напиток, заказать какое-то блюдо по меню. Вообще, предаваться гастрономическим утехам на территории парка-отеля «Орловский» можно бесконечно. Для этого здесь работают многочисленные рестораны и бары. Некоторые из них по системе «Шведский стол», другие по системе «А-ля карт». Также в «Орловском» есть площадки для проведения масштабных мероприятий, презентаций, выставок, концертов. У парка-отеля есть даже свой собственный теннисный корт, где часто проходят турниры. В общем, что называется, отдыхай, не хочу. Главное только заранее забронировать номер, ведь лето скоро закончится, а потому желающих насладиться его последними деньками становится все больше. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.